Всем привет на моем 193-м стриме. Мы сегодня продолжаем проходить игру Tohu 14.3. Как я и говорил, что мне игра в принципе понравилась в тот раз, поэтому я в принципе вообще не прочь продолжить в нее играть. По крайней мере, пока это не стало трагически сложным, да, так скажем. В тот раз я, правда, я с вебкой был, сегодня что-то не хочу, поэтому без вебки будет. Ну, я думаю, это не суть вообще. Итак, мы дошли до 5-го дня. И наша героиня говорит: похоже, у меня не остается выбора, а время быть серьезным. Так, экипировка. Ну, давайте по умолчанию фотик выберем. Нормальный вроде. Так, сцена 1. Привет, Уикипестия. Так, и что ты умеешь? А ты настырная. Почему бы тебе просто не сдаться? А? Да это же Цукумогами. Похоже, вы забыли, что обрели свободу. Только потому, что я высвободила силу волшебного молотка. Тебе следовало бы быть благодарной, поэтому мешать ты мне сейчас не вправе, не думаешь? Наоборот. Именно потому, что ты знаешь о силе волшебного молотка, я обязан тебя поймать. То, как ты бесцеремонно используешь предметы, огорчает их. Ты чересчур высокомерна для инструмента. Поскольку ты используешь предметы для противостояния и возможным спеллкартам, я сведу тебе силы чистого данмаку. Попробуй вернуться от этого без своих уловок. Это же просто смешно. У меня остались только неподходящие предметы, но припоминаю, у меня было кое-что как раз для такого случая. Вы теперь можете использовать новые волшебные предметы. Сейчас у вас экипирован подставной дзидзо. Если его использовать, ничего не произойдет, но он делает так, будто пули в вас и не попадали. Не очень понял. По-моему, это и так можно размикрить на самом деле. Ну, блин. А, то есть мне ничего не нужно вообще нажимать, если я правильно понимаю. То есть он автоматически используется. Ну, это не impossible spell card, сразу скажу. Это явно не impossible. Так, для развлечения просто. Ну, блин, время, ну, заканчивается. Сколько там я оставил? Много. На 10-4 можно дропать? Договорились. Да что ж такое? Ну почему я в самом начале расходую? Ну лол, ну я уже два израсходовал, хотя, блин, вот сейчас стою как долго, а там почти подряд. Это настолько не в тему. Привет, Фабино. Там просто ясно будет понятно, почему можно дропать. Окей. Блин, ну опять я. Ну что это? Блин, да ладно. Привет, неудача. Да что ж ты, лол, ну это капец какой-то.
Не, ну она все равно не impossible. Просто обычно так долго не дрятся в обычных боссах атаки. Но учитывая, что я еще и играть не умею. Ага, понял, Хабина. Да ж тебе говорю, да это все, это зашкварились там. Тупо слили, короче, просто. Все куплено, причем даже без пейки, походу. Но. Это как бы. Ну ладно, дальше ты уже сам знаешь. Да что ж такое? Не, что-то вообще не выходит. Чё же надо попадать, а то времени не хватает. Да лол. Дно. Давай, Кубина. Да, ну, микрия. Ох, алло, как назад? Надо меня еще двинуться влево. Да микри, ну что-то как не очень. Да, захостил, ну спасибо. Тебе, кстати, говорили, как прокачивать свои возможности? Ну да. Ну вроде. Я, конечно, не на 100% уверен. Но они типа сами прокачиваются, когда ты проходишь этим предметом. Он прокачивается на один уровень, это все. Да я не могу что-то это микрить. Как-то это вообще жестко. Блин, ну походу пятый день-то уже вообще жесток будет. Ну я помню, я там на четвертом дне на некоторых вообще страдал жестко уже, очень сильно. Да, конечно, сходил. Ну там не было, там было неразмикриваемо. Есть! Что-то как-то странно, почему получилось, я вообще хз просто. Случайно. Получен волшебный молоток, реплика. Реплика, содержащая в себе магию молотка. Подлетите к врагам и врежьте им. Так, можно вернуться к старым боссам и пройти их уже другим оружием, чтобы то оружие прокачать. Вроде каждая пятая пройдена. Блин, не вижу. Каждая пятая пройденная будет прокачиваться. А, ну, я думаю, пока обойдемся без этого.
Так, сцена 2. Не целься только в меня. Экипировка. Давайте попробуем молоток, я хз. Ой, нет, нотки. Ой-ой-ой-ой. Понятно. Ну лол, я что-то неправильно сделал. Так, ну я в целом понял, короче. Главное, самое главное, короче, не провалить момент именно, когда оно заканчивается. Так у меня больше нет. А ведь весь вся пройденная АД проходит без предметов, что? Я вообще не понял. Да, Фомина, да. Что, ты Star Trek начинаешь смотреть? Блин. Да я не попадаю в нее, но офигеть. И, а как если я в нее не попадаю? Офигеть. Да что-то я не очень понимаю. Ну то есть, блин, мне просто не хватает двух. Только не хватает. Ну теперь я просто не смог разнить, если я хозяин.
Что-то у нее там осталось, по-моему, просто дофига здоровья. Да я тебе запоминаю, ну лол, там ты столько назвал, что я даже сейчас что-то ничего не запомнил до сих пор. Ну вот и чё? А что делать-то? То есть я как-то вот... Ну вот куда мне вторую ставить, я не понимаю. Да нет, здесь не нужно фармить, ты чё? Я все это время проходил, я вообще ничего не фармил. Нет, здесь точно фармить не нужно. Это не та игра. Это вообще сейчас было как-то упорото. Не успел. Да жесть. Да лол, больше не внести, там уже больше не внести. Я все время стоял перед ней. Может стримить перестать, но тебе решать. Но я бы не стал на твоем месте таких решений принимать сейчас. Ладно, кукла здесь точно не подходит. Да лол, а тут ничего не подходит. Ну так, ради эксперимента. Ну, оставил чуть-чуть больше, чем с этими куклами. Да не, ну молоток это бред. Но он, конечно, снимает нормально там. Но это ничего не подходит. Не, ну по смыслу подходит именно кукла. Потому что, во-первых, ее дали именно здесь, да, плюс даже название как бы намекает. Жопа. Я не знаю, как это еще назвать. Ну она ушла, ну лол. Может надо еще чуть-чуть просто немножко в сторону, но не сильно.
Ну, то есть так, умеренно. Я ж тут никак не успеваю. Может сам внизу стоять. Ну нет, не хватит. А, ну понятно, Фабина. Ну тогда да. Тогда смысла нет вообще. Ну лол, и все, и что делать? Хм. Что-то я в тупике. Походу я все-таки не пройду эту игру, даже до 54. У меня потому что заканчиваются идеи. Ну лол, ну жалко две сцены за стрим-то проходить, точнее даже одну. Тренировочную. Ну. Не знаю. Ничего себе. Повезло. Вот куда мне ставить следующую? Ну, лоль. Да на каком изиче? Это, по-моему, невозможно пройти. Я лично не вижу способов. Может они и есть, но я не вижу. Что не мог? А, Фабино, да на ютубе уже есть. Ссылка на моей странице ВКонтакте. Там только в Германии заблокировали и нельзя с некоторых устройств смотреть. Ну, короче, большинство могут через браузер посмотреть. Не, без предметов невозможно пройти. Некоторые возможно, а вот это не все. Ведь если я не могу, значит никто не может, правильно? Не, ну подожди, имелось в виду, что человек не может пройти.
Я хз, как это... Ну, в смысле, могут быть, но тем не менее... Да ну... Да ладно, неужели надо реально фармить идти? Ладно, давайте попробуем без предметов проходить. Привет, ПДО. Да нет, она же зажимает там, невозможно. Но по кругу ходить точно не вариант. Не знаю. Короче, по идее, двух кукол хватает, если непрерывно попадать. Непрерывно, если попадать, то хватает. Потому что после первой куклы у нее остается меньше половины, так-то. Ну лол. Ну лол, ну тут можно было, кстати, посмотреть. Ладно, вроде строта мне, в принципе, пока нравится. Да что ж такое? Нет, Фибно, вчера ты комментил хорошо, старался. А, сегодня вообще расслабился, неохотно было. Абсолютно. Просто, как на летсплее сидел. Ну, ты знаешь, какая тут картинка подходит. Да что ж такое? Ну, я не знаю, ну ты как-то... Ну, как бы, знаешь... Ты посмотри, как профессиональные комментаторы комментируют. Даже если происходит какая-то ерунда, они все равно обычно сидят и
развлекают публику. А, ты за пеном, а что-то сталкиваешь, жулик, видишь? Бывает. Кто же знал? Вспоминал сразу, я ведущий. Десятки гладкие. Все, не виноват, ни при чем. Блин, ну. А ведь могло, могло. Так, ну-ка давай, надо нормально пройти. Да что ж такое, я не могу следить за таймером. Он очень неудобно на него смотреть. Умеешь что ли считать? Да я в домике. Ого. Да ну. В смысле не выдвигал предложение, ты о чем? Какие предложения? Трата разработана, трата используется. А, КДЛ, ну просто, ну тупо мощно. Тупо кто-то сталкиллеру, скорее всего, проплатил, чтобы он закончил турнир, или просто он сам такой, ну, короче, все понятно. Обычный нечестный турнир, что ты хочешь. Так, сцена 3. Переплетающаяся мелодия. Ну, чувствую, экипировка тут надо какую-то другую использовать. Угу. Так, по-моему, здесь телепортация нужна. Ой-ой-ой. Ну... Фабина, что ж... Нет, это хорошо, если хотя бы Тераон научится на своем опыте. То есть, будет проверять людей, с которыми он собирается турнир проводить. Нет, чтоб тут эта игровка, по-моему, не поможет, да? А что тут тогда поможет? Фотик? Старомодный фотик?
Ну да, это для фотика, по-моему, идеально. Ну, для прокачанного фотика, потому что... И у меня вон сколько снимков прокачано. Изначально там, по-моему, было 2 что-то или 3. Иди как-то. Ну нормально, 3 сцены пройдено. Так, сцена 4. Если только сбить мешающий Тайко. Давайте посмотрим. Что? Вообще хотел предложить вместе со мной такое создать, но короче я отказал, и у меня есть небольшой план в голове, потом тебе скажу. А, хорошо. Что за бочки? Мы что, в Донки Конг попали? Да. Так, ну походу это, кстати, рабочая страта. Надо только чуть позже еще включать. Нормас. Впервые я с этой бомбой победил. Так, сцена 5. Реквием. Да ну как. Не надо мне эту бомбу, это очень редко, что она помогает. Обычно надо что-нибудь. Фотик вообще самая крутая штука. О нет, опять нотница, ну сколько можно? Так, мне кажется, здесь нужно платочек. Ой. Привет, Дефендер. Чё грустишь? Чё, вы с пророком-то пересекались после того? Или как-то все поутихло? Блин, нет, это что-то жестко. Да? Ну, блин. Меня вот особенно из-за этого не пропускают магазин. Ну, пипец, конечно. Честно говоря, я уже даже не знаю, зачем я этот клиент пишу для такого сервиса. Ну, лол. Ну, как-то... Не знаю. Что-то как-то уже пишу и пишу, ну, блин. Надо половину вроде потратить. Если я половину потрачу, то типа у меня фонарь дальше защитит. Да не надо скриншотить. Не вариант. А, только проснулся. Не Фапино, я не вижу Ми тоже. У меня же тоже стримчат. Пруга, которая стабилизирует работу ключа.
Вообще без понятия. Может быть, здесь это поможет? Это тут сомнительно. Да, что-то это сомнительно. Опять бомбы? Да нет, по-моему, бомбы тоже тут как-то не к месту. Тупо вот это, что ли? Не, мне кажется, мне не хватит как попадания. Вообще не хватит. По-моему, платок был самой удачной идеей. Сейчас просто неудачная попытка. А так, в принципе, нормально. Ну, это тоже неудачная попытка. Забанили? Ништяк. Кубино, а ты можешь проверить, у меня Twitch точно работает? Мы... как модератора тебя прошу, Пека. Да, блин. Еще два? Не, не хватает, блин. А, ок, хорошо. Ты их не нужен. Ну это же мне никак тут не поможет, по-моему. Тут же, по-моему, направления-то на меня особо и нет никакого. А, ну разве что вот это. Но это мне мало поможет. А что ж тогда подобрать? Зонтик, мне кажется, вообще тоже здесь не в тему. Как-то совсем сомнительно. Ну да. Ну еще раз сейчас попробую, но по-моему это вообще совсем не то. Да, но зонтик тут явно никакого преимущества не дает. Не, ну это так. Для смеха только. Ну лол, он сносит почти половину. А что если сразу обогнуть его? Понял, побинал.
Забыл. Это хреновая, да, идея? Но почему вниз нельзя фоткать? Это вот мне непонятно немного. Ну, то есть она фоткает всегда в сторону босса. Смайлы есть прикольные. Вот это да. Непонятно, непонятно мне, чем здесь бить. Если там-то хоть где кукла, там было понятно, чем здесь, я не могу никак понять, что же лучше. Ну да. А откуда, Фапино, ты знаешь, что это дефирок пека? Да, ну, я не знаю, хватило бы мне или нет, но, в принципе, попытка была не такая уж плохая. Дополнительные хитпоинты? Ну... Не... Ну не знаю. А сколько я ее оставил, я чуть не вижу. Кстати, по-моему, довольно мало, да? Привет, Измайло. Я ни одного слова не понял из того, что написал. Да ну, ты чё, я вообще не понимаю, как ты. Процентов 10 оставил? Так, это рестарт. Блин, она слишком мало мигает. Ну, я половину только оставляю. Я не понимаю, какое отношение Дэнди имеет к Доте? Что Дота на Дэнди походила или что? Как размикнуть? Я не знаю. Ну
Просто, ну она просто спамит меня. Ну а что, КС на Sega Genesis, что ли, выходила? Какой смысл тебе делать такой ник в КС? Это как-то нелогично, тебе не кажется? Да бомбу я пробовал. Это полная фигня. Ну я просто на одной атаке все хп убиваю. Ну в смысле, на сказочное домино это просто придуманный ник. А Sega Genesis — это название игровой консоли. Тебе не кажется, что есть разница? Тайминги сложные, это бомба. Ну, а я что говорил, что это хороший ник? Ты говоришь, как будто бы я прям беру, да это же вообще крутой ник просто. Да нет, при чем тут Dota? Ну в смысле, ну да, я не люблю, но в данном случае это речь не об этом. Ну, вначале так хорошо было. Мне, может, фонарик попробовать? Хотя в прошлый раз все плохо было с фонариком. Да не так. Тайминг не угадал. Ну я думал, знаменит не из-за ника. Ну просто раз он себя так назвал, то его не могут по-другому называть. Ну, 25% оставил. Не, надо как-то до половины терпеть без фонаря. Ну, даже не до половины, надо еще хотя бы... Ну, то есть, получается, нужно... Ну, да, где-то половину надо все равно. Может, 40% надо снять без фонаря. Двадцать 5% потратил. Ну это мало. Где-то 30% потратил. То есть нужно, короче, одну волну пережить, мне кажется, так. Вот сейчас было бы хорошо, так и я хотел чуть-чуть позже включить.
Не, по-моему, мало, мало. Да, не, надо по-любому, короче, снимать. Наполовину надо по-любому снимать. Кстати, ну вот надо вот там, короче, размягчить и после этого включать, и будет идеально, мне кажется. Она в другую сторону полетела. Нечестно. Но она опять не в ту сторону полетела. Чё она остроту мне ломает? Опять не в ту сторону полетела. Ну ладно. Да лол, она издевается. Короче, попробуем на этой. Нет, надо больше половины снимать. Почему-то я мало снимаю этим фонарем. Да опять не отгадал, да что ж такое? Почему она рандомная? Да-да. Тупич стрим. Дома. Да ну она вообще, она шокирует. Наконец-то. Блин, не знаю, что-то не идет. Дополнение для предгиблы теперь стоит 1500 рублей. Наверное, это не круто, просто еще бы знать, что такое предгиблы. А, Diablo 3, что ли? Ну, я не знаю, просто не играл. А, чё я не умер-то? Лоу, вино, ну спасибо. 100 пикоинов. Ты упоролся. Упоролся. Не, ну спасибо, спасибо.
Да как там размикрит было, ну... Ну это офигительно, просто фигня. А откуда ты знаешь, что дыно на что потратить прикольно? На них не написано. Не, мне все-таки. Мне почему-то кажется, что с фонариком круто. То есть с фонариком мне просто дотерпеть без урона там сколько-то, и потом все будет решено. А с этим что-то как-то слишком надо до конца микрить. Да какой сдаться? Так и я шучу, Фабино, пека. Конечно, все на язык тебе на больше пойдет. Адольф рад, система работает. Да не откладываю я. Что там? Тысяча пиконов-то пройти Earthworm Jim 2? А, полное прохождение сюжетной линии, но тоже все нормал. Save state? Удаляю. Да лол, если бы мне можно было игры проходить на стрим, сейф-стейтом, и еще мне за это давали бы пикоины, но лол. Ну блин, у нее мало осталось там. Ну, я так же буду. Да я бы даже тогда, не знаю, Макаймуру бы прошел, Мегаменов, вертолетики на Турбографиксе, да лол, любую. Life Force уже прошел, в принципе, на NES. Ну, этот Градиус там, вообще изи, третий, аркадный. Причем без смертей все эти игры. Ну, по капелька, но...
Половину сношу. А надо больше. Кто там сказал, что я пройду за 3 стрима игру? Ну-ну. Надо было включать. Блин, мог бы пройти, если включил бы. В чем, собственно, проблема-то? Выводи. Пикоины, это дело такое, их надо выводить. Деньги нужно тратить, а не копить, как говорится. Ну, правда, пикоины это не деньги, но, в принципе, ты их можешь превратить в деньги. Ну, если можешь. Скажем так, если можешь, то беги превращай. Немедленно. Сейчас приду, давай. Ты там смотри, чтобы Адольф за тобой не следил, а то ты знаешь. Лагает, видишь? Ну я хэзу, что он лагает. Что-то он не ок. Ну, Good Game же есть, Defender, есть же Good Game. Для тех, у кого проблемы с Twitch'ом, только до этого у меня висит Good Game. Потому что я на Good Game канал вообще никак не держу. То есть у меня Good Game чисто плеер. Так что у меня как бы канал Twitch и, ну, площадка СК2 ТВ. А все остальное это чисто плеер. Ну как бы, просто как тупо как ресурс плеер и все. Но тем не менее, именно из-за того, что у некоторых лагает Twitch, Good Game у меня есть. Плюс, когда я стримлю программирование, у меня еще есть Real TV, потому что, ну там как бы должна задержка. Чтоб не сидеть, не залипать. У меня не лагает Twitch. Не видел? Ну, не знаю. Он-то был. Как страшно жить. Пикоины можно выводить. Невидимые плееры. Что же дальше? Стрим рейп от Фабино.
Вот как здесь размиксить, А, купил Wings of Heal? Вот блин, теперь ты будешь меня подгонять. Я не хочу, ну я хочу посмотреть, как ты проходишь Wings of Heal, но я естественно не хочу смотреть, ну, то, что я еще не прошел. А учитывая, что ты будешь играть на Ангел мод, ты можешь меня догнать. Блин, придется проходить. Только Defender, ну ты же вначале, я так понимаю, больше пройдешь, да? Ну блин, значит я хз, ну... Не, ну я так и так, как бы, у меня сейчас самая приоритетная игра, это Wings of Heal. А сейчас я почему стримлю не Wings of Heal, ну потому что я, ну... Что-то сегодня немножко не в состоянии микрить. Ну именно, ну, это все-таки разное, микро здесь микро, да? И там микро, это все-таки разные вещи. Там у нас как бы есть и счетчик смертей, и таймер общий, и там какие-то комбинации, например, а тут надо просто... чуть-чуть шевелиться туда-сюда. Не понял. Что за реклама? Ну вы знаете, что с этим нужно делать. Ну лол, знаешь ли, это все равно реклама. Так что не надо тут спамить. Я тем более даже никакого отношения-то не имею, можно сказать, к организаторам. Ну, кроме того, что просто знаю их. Привет, мистер, напомнение. Ну, бесполезно. Кукла ужасно бесполезная. А, нет, ну вот это, в принципе, прикольный. Молот вообще тоже пока бесполезный. Ну, единственное, что прикольный только... Блин, что я опять выход нажал? Этот, который хоть 3 хп дает. Но в данном случае он мне не помогает. Да, ну в целом как бы так, такие предметы так себе. Сейчас я пытаюсь снести хотя бы 60% здоровья и ну, после этого включить призрака. Я не знаю, ну лол, но я бы так и так там умер, поэтому хотя бы попробуем, может что-то получится, типа не знаю. Ну, понятно. Пока я максимум где-то 90% сносил, но то у меня было везение, и то было с 3 хп. Да лол, ну почему я это не размечу? Что там? Это ж ты можешь пояснить как-то это? Прокомментировать? Потому что без контекста не очень понятно.
Не, ну я говорю, только вот ХП, которое, оно полезное, а эти бесполезные. Не, ну я понимаю, что я одну прошел с куклами, ну потому что меня просто вынудили. Там другое вообще ничего не канало, как бы. А так оно типа. А. Я просто не очень понимаю, особенно, что такое время Гитмана. Типа Гитман пошел стримить, и что это такое событие? Для меня только более удивительно, что он когда ТВ пишет это, а не на Твиче. Это да, удивительно. Блин. В смысле? Он прошел Арканоид? Что такое Тануки? Он прошел Арканоид при мне. Я, короче, прям видел этот стрим. Сложнейшую просто игру, которая в детстве доходил максимум до 14 уровня. Он ее прошел. И это было не сегодня. Я посмотрю, что сейчас они бесполезны. Надо вымучить просто вот эти вот 60 или там 70%, хотя желательно. И потом фонарик просто решить уже дела. Да что ж такое, ну не дает она просто размитрить ничего. Как там было размикрить? Там сплошной поток шел. И еще я не понимаю, как следить, сколько у нее здоровья осталось. Ну блин. Как-то это слишком нереально. Я же не могу постоянно наверх смотреть. Вот как здесь, вот я не, вот короче, я не могу этот шквал пройти. Если бы я мог этот шквал пройти, то как бы я бы тогда уже, ну, все получилось бы уже давно. Ну, в смысле, ну это пятая сцена. То есть 5-5.
Да, они вообще не бесполезные. Они вообще бесполезные. Ну и чё? И потратил я 60% с тремя жизнями, с тремя хп. Ну вообще половину. Имбовые, да. Ну прям незаметно. Я намного меньше стал тратить из-за них. Но я же говорю сейчас, я не говорю, какие они там будут к финалу, да? Я говорю сейчас. Сейчас это вообще бесполезный полностью предмет. Который выиграть с таким же успехом можно просто без урона пройти. Да какой кач? Ты что, серьезно что ли? Это ты мне советуешь качаться? Кто-то, кто там на 1 CC все проходит, там лунатики без бомб, без смертей. И ты мне говоришь идти качаться? Что-то как-то я не ожидал. А, ну нет, ну в смысле нет, ну понятно, ты просто считаешь, что я совсем нищий, типа, поэтому мне надо качаться. Да? Из-за этого. То есть ты-то не пошел бы. А, мне типа надо. Ну-ну. Потому что, типа, я без этого не пройду, да, и все такое. Ну ладно, пойдем качаться. Но это тупо, по-моему, это читы какие-то. Мне кажется, это такое вообще читерство. Кем там предусмотрено. Но мне кажется, это плохой метод. Ага, тут уже так просто не пройдет. Мне кажется, надо просто стоять вплотную и все. Нет. Да как мне не тратиться, лол? Это же не кач, это опять какое-то страдание начинается. Да не на халяву, вообще, очень сложно.
Приходится тактики придумывать. Четвертая сцена, а я уже устал. А, Лола, это вообще как? Тоже по-твоему на халяву? Ну ладно, это на халяву. Ну в смысле, это читерство. У меня здесь, ну, этих предметов у меня не должно быть на этом этапе. А возвращаться назад, это... Ну ладно, читерство неправильное слово, но я уже так просто... бомблю. Но не читерство я имел в виду, а... как сказать-то... не хардкорно. Ну как-то, как будто бы, знаешь, ощущение, что обманываешь игру. Ну это импосибл пройти, мне кажется, с этим. Я что-то сложно что-либо говорить в этот момент, потому что что-то я сижу напряженный. Ну, один день прошел. Только мне она вообще не прокачивается, то есть тупо нет смысла, она вообще не прокачивается. Ой, да это что самое дурацкое. О. Какую шерсть травы, ткань золота? Что? Ты сейчас вообще о чем? Какой сатурн? Какой десятый? Что? Так не получается. Да я не хочу тут этот первый урон получать, но он отдвигается, зачем? Я не хочу опять страдать на этом, но я же это прошел бы, зачем мне опять на этом страдать? Говорит, изи фарм, да? Ну-у. Да опять оно сдвинулось! Какой пример? Так я не понял вообще. Какой сатурин? Столько есть 100 уровней, что ли? Сам-то понял вообще, чем ты сказал? Не, он тут, наверное, понял, я уверен.
Это невозможно на другой сцене фармить, если мне нужно каждую сцену я прохожу, мне вообще ничего не добавляют. Походу надо все обязательно пройти, тогда хоть что-то дадут. Да лол, ну Фабино, ну понятно же, что я просто сижу, прикалываюсь. Ну что ты начинаешь? Вова? Просто скучно, ну лол, фармить эти. Так, понятно. Это жесть какая-то. Так уже три. А, ну так-то изи, если умирать каждый раз в конце. Взял, завоплил, в общем-то. Да ладно, а чё? Я не понял, а почему? Она не простреливает, что ли? Она реально не простреливает. Хоть так. Да, в Шиноби там вообще жесть мощная была, конечно. О, это дурацкий уровень. Ой. Да, короче, можно стоять, по-моему. Да. А, это вот эта жесть. А как тут пройти? Я не знаю. Мне тупо не хватит. Но если бы я сейчас там об ковришку не умер, то, в принципе, я хотел бы. Ну, опять. Надо просто об ковришку не умирать. Тогда, по-моему, хватает. Ну, блин, ну что такое? Ну так. 3 года канала, 24-часовой стрим, ну понятно. Привет, Торыч. А мы занимаемся твоим любимым делом. Фармим.
Стоп, они же, по-моему, раньше стреляли в другую сторону. Да, они же раньше в другую сторону стреляли. Что за дела? А почему мне не хватило? Ну, видимо, это неэффективная строка, да? Так и тянет веку поставить. Вот до чего довели человека? Он пеку хочет поставить. Ну, вообще нельзя так. Так. Ну это невозможно разнести. Если сейчас не задел. Блин, странно. Я же один раз почти убил. Просто повезло, что ли? Ну не знаю, мне кажется, вполне реально пойти. А, это ты? Ой, нет, это я, это сразу убираю. Ну, по-моему, тоже ничего хорошего не светит. Ну, блин, нет, мне кажется, тут можно повозиться. Я просто совсем хотел на пофиге, так типа. Какой-то там титул получен, я понял, что это такое. Так тут карту всего не, я прошел-то 1,5 штуки. А, ну это вообще не очень. Но музыка у нее прикольная. Ну, походу, изи цель. А-за-за-за-за-за-за. Хватило. Тут походу не хватит. Две секунды уже? Ничего себе. О, это ж, по-моему, вообще легкая.
такая упоротая. Ну хз, по-моему, должно хватить. Да, вообще, мог бы даже еще одну сохранить, по идее, если бы еще точнее стрелял. О, нет. Не, по-моему, это бесперспективняк, но давайте попробуем. Ну, это, ну, вы помните, это изи босс. Да что ж ты делаешь-то? Да я у нее ничего не потратил. Ой, там вообще копейки просто. Может попробовать заспамить? Ну, по-моему, нет. Не, короче, хреновый босс. Не, ну она-то изи, но возиться неохота. А это что делает? О, какую-то ерунду, я помню. Есть. А, не помню. Не помню. Про кого ты говоришь? А, ну я таки прошел, по-моему, да? На том, на чем я хотел. А, ну это ты, вот этот, ты про этого изи босса, ну я понял. Не, ну это подождите, ты сейчас я не собрался. Ну, по-моему, это тоже плохое тут. Ну, короче. Не тот случай, когда нужно не крить, если сейчас, скорее всего, выключат. Хотя... Посмотрим. Фу. Чуть даже одно осталось. А, это выживалите, да? Она устанет. Что за жесть? Пошел. Честно говоря, повезло. Так, тут я что-то не помню. И чё? И чё? Ой-ой-ой-ой. Я вообще попадаю по ней.
По-моему, не особо, не. Дайте дальше. Да? Ну давай попробуем. Мне кажется, вообще ничего не изменилось для меня. Это тупо пофигу. Ну и что, по-моему, вообще никакой разницы. Что-то фигня, что это фигня. На Ютубе доллар? Нифига себе ты. Шпаришь. Ну лол, ну я не знаю. Да вообще никакой разницы. Ну зачем ты им посоветовал это качать? Не, ну потом может пригодиться, но сейчас вообще никакой. А, пираон. Ну привет. А, 1% остался. Блин, ну мне просто повезло. Повезло. Так Тор, он не произойдет, если ты не будешь только стримить. То есть тебе надо вначале так стримить, тогда потом можешь привзять сделать. Да нет, я говорю, повезло. А я что делаю? Ну сегодня да, сегодня да. Да ладно, мне кажется, это бредовая идея. А, может и не такая уж и бредовая. Ну это лол, ну блин, это перекач какой-то уже. Не отгадал. Зря потратил хп. Ну короче, почти на пофиг стоять, и да, реально можно.
Ну, что-то как-то... Да, все-таки была какая-то удачная просто попытка. Ну, лол, ноль. Надо, короче, совместить на пофиг и не на пофиг. Начало, короче, будет не на пофиг, а потом, как только первая смерть, сразу валют босс, короче. Но только надо, первая смерть должна быть не в самом начале. Но это неплохая попытка сейчас сама по себе уже идет. Есть! Фух! Сцена 6. Нотный стан без нот. О, это... Да ладно, ну... Серьезно, что ли? Ну блин, я думал с первой попытки. Да лол, ну это что-то сука. Ну со второй. Сцена 6, сверхнизкий бас. Да опять нотки, ну... Это самый дурацкий босс с нотками. А у меня от него горело в 14-й топ. Ой. Ой. Ну походу... Я знаю, что мне нужно. Нафиг ваши эти неуязвимости дурацкие. Блин, если бы она тут не затрудняла мне проезд. Тор видел? Откуда? Тор же только во второй до экстра дошел из четвертой. Короче, можно не каждый раз телепортироваться, а только иногда. Например, сейчас. О, блин. Нифига себе, да ладно. А почему я этого не видел? Кто? Что тут этим есть?
Да ну что ж такое. Что, изи маш надо пошла? Понятно. Багурички, что может быть проще. Ну ладно, я понял, оно не всегда так. Не всегда можно успеть. Но с учетом хп как бы. Так, сцена 8. Этой ночью остается только уворачиваться. А, опять что ли на время решил? Нотки. Ну это же нотки. Не, ну конечно хуже ноток, только стрелы. Что-то импосибро. Может зонтик? Стоп, а она на меня наводится? Ой. Нет. Нормально все с голосом. Не знаю. Так, оно нифига не наводится. Не знаю, нормально все с голосом, ты чё? Так не выйдет. Неудачная затея. Может это? Блин. Ну, короче, мне кажется, это хорошая затея. Привет, Топофак. Не знаю, уйти. Ну, обычный. Ну, может, не знаю, что-то. Что это, короче. Так, ну, заново. Я уже понял, что по одной, но это очевидно. А, блин, что-то тоненько. Подожди, а про какой ты акцент говоришь, в смысле, я не понял.
Я на родном языке говорю, похож Central. Город. Неудачно появился. В принципе, вроде... О, вот это что такое было сейчас? Что-то звездочка полетела прямо у меня. Подмена, то я узнаю. Тор, Тор. Пойдешь сейчас на стрим пятую на ЕЗЕ на 1CC проходить на ИЗЕ? Если прям сейчас пойдешь, то, ну, короче, я сделаю хост и все. Его. Да ну нафиг мульт, ну кому этот мульт нужен, ну забей. Привет, картофель. Сейчас у меня микрирование, я не могу чат читать. Поем и пойдут. В смысле, пойду. Ты пойдешь. Не, ну на бомбление точно не пойдет торт я смотреть, потому что он считает, что на изи там вообще, типа, кто на изи играет в топу, он вообще не имеет права прикасаться к этой серии. А, ну короче, ну напиши вот когда уже непосредственно, и я закончу стрим сразу. Хорошо? И вообще никакой проблемы. Напишешь ссылку на свой канал, и я пост еще сделаю. Ну в смысле, ну ты понял, ссылку ты напишешь, я-то знаю ссылку, но для зрителей, чтобы могли перейти. Пойдем вместе все смотреть. Блин, что там он не идет? Никак. А, это ты на Твиче, ой, на Ютубе канал мне написал. Да. Два хоста. Ой, что-то я, по-моему, сейчас очень плохо стал. Да.
Тут точно это самая нормальная страта? Может как-то еще? Так, мигрирование началось. Ух ты ж. Есть. Да ладно, я что-то не ожидал, если честно. Не ожидал. Че, походу я улучшил вот эту вот штуку, да? А, и все, я прошел пятый день. Отлично. Тогда все. Как раз удачно. Один, то есть один день за один стрим. То есть я-то не буду начинать. Сейчас мы просто. Ну, пока посидим, подождем Тора, но я не буду следующий начинать, сейчас уже не хочу. Со статуэтками на топ жизни попробуем. Что? Единственное, что, раз можно, пока мы ждем, я могу пока пофармить. Тогда, раз уж меня научили фармить, давайте мы попробуем. А как узнать, какой предмет использовал? А, вот там, да, справа. Да не, я попробую вот тут же. Пока пофармлю, короче. На шестом дне? А зачем мне дно? Я вот тут могу. Ну, а мне кажется, мне не хватит. Ну да, мне не хватит. Сейчас красный-то я не размышлю. Лол, ну короче, может хватить, надо просто попозже включить. Надо вот синюю размышлять. И потом включать. Ждите следующую серию, ну. Правильно мыслишь? Ну блин, это же красно. Ну, я думаю, должно, в принципе, хватить. Вот красную бы только пережить. А если я прям в центр встану, она убьет? А, да. Когда и он пробегал. Блин, так не получается. Я в конце тогда вниз пойду все-таки, может как-то получится. Блин, ну ладно, ладно, давайте не будем тут. Эх ты ж, а вот это, кстати, может получиться. Ой.
Блин, ну, лоль. Мне кажется, надо простоять до конца. Простоять до конца и должно хватить. Да. Мучиться далее написано, я чуть раньше не замечал, да. Ну что, изи или не хватит? Да хватит. Хэза должна хватить. Да. Но она, по идее, усиливается, да? Блин, надо было вернуться, не жадничать. Там осталось-то. Все. Багов? Первый раз слышу. Ага, да, получается, я одну не прошел с этим. О, нет, это же самое дурацкое. Эй, ну, это я просто шифт что-то не отпустил. Ну, короче, норм должно быть. Опять она пододвинулась. Блин, бейс ты её пододвинь. Да, да. Да что ж, я никак не... О, в другую сторону пододвинулась, что-то есть. Да что за она опора там. Двигается что-то, а что на месте не стоит, что ли, не помню. Блин, как что-то пошло не так. А, лол, а фиг знает, я трачу у нее или нет, дорогие. Надо было стоять. Надо было тупо стоять. Да. Не прошел, но она же взорвалась. Девятую можно посетить? Да ладно. Я думал, нельзя ни в девятую, ни в третью. А, чё, соком добрый побудь. Чё, ну, хорошие затея.
смысле? Что? Как это сюда типа пускает? К Тору? Ты упорот, что ли? Или что? Или я что-то не понял? Ну все, теперь точно должно пройти. Отлично. Что-то мне кажется, что у меня скоро вот этой штуки будет хватать просто тупо на целиком босса. А раньше мне не хватало. Раньше мне не хватало вот это сделать. Ну в смысле наивно, ты видишь, хватает? Чё наивно-то? Ну, а у меня уже сколько секунд? По-моему, 9 что ли. Десять секунд уже. Ну лол. Я тут читаю уже максимальный уровень. Закупил. Блин, ладно, не хочу возиться. Здесь, по-моему, не хватит. Тут явно не хватит, мне кажется. Она крепкая. А, или хватит. А, блин, ну короче, надо было этих увернуться и хватило бы. Ну Фабину, ну ты прям отсидел срок. Это звучит именно так.
последнего дна. Так все равно я сейчас просто жду Тора. Я не хочу проходить все шестой день, шестое дно. Не, тут не хватит, тут слишком сложно. А, хватило, ну ладно, оп. Ну это вообще изично. Она же ничего не умеет. Ну хотя, если не хватит, то проблемка, конечно. Да, не, тут, наверное, как-то можно, но сложно. Надо сверху, наверное, стоять от нее. А, ну на эту мне хватит или нет все-таки? Она торпедировала просто суицид у меня, как этот, ну, как камикадзе. Ну, это был изи босс. А, ну это по идее вообще изи просто. Это только изи. Привет, хиппи. Мы уже заканчиваем. А, это же микрить, не перемикрить. Ну, я думаю, тут тоже хватит. Давай, должно хватить. Хватило. А, то есть все, можно тупо не фармить, да? Ну, как-то так. Как-то так. Не, ну, честно скажу, что... Да, вот мне... 14-е тоха меня затянуло, да? Именно 14, ну, ровно 14-е. Что я ее, хоть и на нормале, она достаточно сложная, даже с контами, но я все равно потратил несколько стримов и прошел, да? Потому что мне реально понравилась механика. А теперь 14-3 и тоже классно, реально приятно играть. Ну, то есть, как бы все тохи практически мне понравились, да? Но мне почему-то, не знаю, мне почему-то не тянет их тренить прям жестко там, заучивать, да? А здесь как-то прям приятно, не знаю, сидеть играть. Я даже не могу это как-то аргументировать, да? Просто вот, просто субъективно приятно играть в эти части. Вот. Ну, Тор, что, Тор? Тор, Торыч. Тор, Портеф. Где ты?
Сейчас я пока ссылку... Во-первых, сейчас я хвост приготовлю. Так, ты же на Twitch только сделай стрим-то. Так, сейчас я на СК2 ТВ найду тебя. Короче. А, ну все, уже скинули. И у него в чатике написано, мульта не будет. Ну, в общем, все, давайте. На этом стрим заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. Я сейчас повешу здесь хост на Твиче Тора. Ну, конечно, мы просто давайте пойдем к нему на канал. Как бы с хоста смотреть нет смысла, это так, на всякий случай. Вот. Не, ну Тор, ну лол. Ну хотя бы рестрим сделай. Сделай хотя бы рестрим. Ну потому что с Твича придут люди. По-любому. Вот. Ну все, давайте. Всем пока. Переходим на канал. Я сейчас скину еще ссылку на Twitch.